горячий осенний час. Танцуй со мной последний раз. Поет и плачет саксофон, нам в эту ночь играет. Сегодня у тебя Анжелика Варум. Все-таки такой несколько у нее обманчивый вокал. Кажется, что так просто спеть ее партию. Действительно, это не так легко, потому что в любом случае вырывается что-то мое. Плачет за окном. Ном. Она вот эти вот такие. Плачет за окном. Еще больше. Плачет за окном. Она садится прямо на ней. Плачет за окном. Да. Постоянно мне хочется петь вот прям в полный голос и как-то вибрировать там на концах и так далее. Но это, конечно же, ну, не нужно, и здесь это неуместно точно, и это точно нелегко. Обязательно вот эти вот нижние губы, вот эти вот уголки прижимай сюда, тогда она будет четко у тебя получаться. Да, давай. Ты очень любишь двигаться, ты прекрасно двигаешься, волшебно танцуешь. Анжелика, она всегда пребывает на сцене в неком таком состоянии, она вроде бы и здесь, и с тобой, и вроде бы где-то так далеко, что... Ну, в общем, немного движений, скажем так. Здесь наоборот, здесь вот как-то ты не понимаешь, что делать, потому что я выбрала песню, где в припеве очень отрывисто нужно петь, очень отрывисто и дикционно, правильно, очень. В этом всем мне нужно делать какие-то плавные такие движения, такие немножко смазанные. И как это совместить, то есть это тоже, скажем так, на развитие левого полушария. На левую полушарию, да. Ручки назад, у нее, даже она когда поет, вот у нее рука все равно вот одна сзади, если она отработает, правой или левой. Вот. Она знает, что когда руки назад, тогда грудь лучше видно. Приглашаю тебя в лифт. Спасибо. Ева проходит нас в лифт, и через мгновение Ева произнесет пароль «ля-ля-фа». И лифт с легкостью превратит ее в Анжелику Варум. Последний раз моей любви осенний.
Спасибо. Забирайте свои вещи. Вещи свои забирайте все, стулья забирайте. Господи, снег уже на дворе. Анжелика Вару. А ты все осенний джаз, осенний джаз. Слушайте, друзья, вы не представляете, здесь такой запах осенней листвы, что хочется идти искать грибы. По грибы можно, да, идти, вот, знаешь. Ощущение такое, что в принципе... Потрясающе. Может быть, по грибы. Браво, браво. Зря ты так волновалась. Смотри, как все красиво получилось. Жюри, вам слово. Ты хочешь первым? Не, я почему первый? Потому что вот та картина, которую вы видите сейчас под ногами, такая когда-то у меня дома была, в моей детской комнате, когда я в школе учился, когда мы очень дружно, классно все собирали эти листья. У меня в каждой книге вот сушился гербарий, и в какой-то момент, когда начал открывать, вот так вывалилось, и опять убирать надо было. Вот это мне напомнило. Представляешь, что потом, спустя годы, как ты искал деньги в книгах, представляешь? Да, кто-то деньги, а у меня везде листья. Андрей, а по делу можно? По делу. Да. Просто прекрасно. Вот мы почему с Сусаной вот в какой-то момент из-под стола тут выглядывали, потому что так хотелось пронаблюдать Анжелику, потому что безумно и похоже, и с манерой исполнения, и вот все, что вот эти ее глазки, вот когда она вот так вот делает, вот плечиками, да. Вот это вот движение. Все было прям, я как две крапли. Сусанна. Не знаю, как вы, но я услышала не только аромат листьев, но здесь был и аромат настроения этой песни. Евочка, вы настолько точно уловили вот интонации Анжелики, вот такой и высокий ангельский голос, и сексапильный такой полушепот, и все это вот соединилось в вашем сегодняшнем пении. И сам номер бесподобный просто. И вообще в целом вы такая сегодня были воздушная, такая изысканная. Ну, настоящая Анжелика, настоящий ангел. Роман Григорьевич. Мне сложно говорить, потому что она львовянка. И постичь тонкость души воспитанницы Львова, и она это с гордостью проносит по всей стране, и в тебе есть это... Знаешь, есть замечательное украинское слово – «Цнотлива». Я не знаю, как это точно по-русски сказать, черт его знает. Но ты цнотлива. Ты аристократка. Это скопировать нельзя. Это должно быть дано от папы с мамой. Спасибо тебе за то, что ты возвратила здесь, на этой сцене, Львов. И режиссура блестящая, тончайшая и удивительно передает сердце Львова. Спасибо вам за это. Люся. Вновь к небесам. Евочка, во всех твоих образах, персонажах всегда присутствует Ее Величество женщина. Женщина с большой буквы. Женщина воспитанная, женщина умная, женщина роскошная. Вот сегодняшний образ – это квинтэссенция. Это один из лучших твоих женских образов. Это я тебе говорю, как львовянка львовянке. Вы знаете, еще одно прекрасное совпадение. У нас сегодня в студии есть Вася Бондарчук. А, Вася, ты тоже наш? Я тоже львовянка, да, честно говоря. Во-первых, правда, да. Правда, ну, все, да, пусть будет львовянин. Львовянка, помнишь, львовянка? Помнишь то время, когда ты еще был Агутиным, к тому же? Мало того, что... Помнишь, узнаешь, Леня, Агутин, узнаешь? Та-та-та-та-там! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тогда босиком нужно. Надо, чтобы Василий босиком вышел. Слушай, раз уже у нас такой дуэт есть, ну грех не спеть, правда же? Ну. Ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Все в твоих руках. Ты слышишь, все в твоих руках. Все в твоих руках. И даже я.
Молодцы! Спасибо большое. Ой, браво, спасибо, браво, большое. Дети, браво. На диван. И на диван, все на вместе. Диван. На диван. И я постою спасибо большое. В листве. Спасибо.